Спортзал для ленивых открыла жительница Изобильного. В массажном салоне один аппарат может заменить несколько спортивных тренажеров. С помощью него можно подкачать мышцы, воздействуя тока, сокращение мышц. Также человек, который не может пойти в спортзал на полтора часа, на час, то он может прийти на данную процедуру на 15-20 минут. Мы будем делать процедуру кавитацию. Кавитация – это безоперационная липосакция, которая не оставляет после себя шрамов и следов какого-либо воздействия. Человек во время процедуры лежит, отдыхает и плавно худеет. Подобного кабинета легкого похудения в Изобильном больше нет. Массажист Марина Селютина уже 2 года работает в бьюти-сфере. Начать уникальный бизнес помогли средства социального контракта. Работу данного вида поддержки курирует Краевое министерство труда и социальной защиты. Занимаюсь в этой сфере я уже почти 2 года. Полгода я работала сама, у меня были кое-какие аппараты, но потом я поняла, что этого недостаточно. И тут я увидела по телевизору, что сейчас есть такая программа «Соцконтракт». Я обратилась в соцзащиту, собрала все документы. В течение 2 недель составила бизнес-план, принесла, мне его одобрили. Деньги получила буквально через неделю на счет. Поехала, купила все необходимые, недостающие мне аппараты, закупила мебель. Выбрала я эту сферу, потому что мне нравится работать с девушками, мне нравится заниматься массажем, корректировать фигуру. Плюс ко всему, это очень доходный и прибыльный бизнес сейчас в наше время. В дальнейшем развивать этот бизнес. Сейчас я уже заработала себе на новое обучение, карамельная липосакция. Сейчас я уже прохожу обучение. И в дальнейшем надеюсь, то, что у меня будет еще больше клиентов.